Аллаху акбар, Аллаху акбар. Уважаемые мусульмане, уважаемые братья и сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы рады приветствовать вас на нашей телепередаче, посвященной месяцу Рамадан. Сегодня, иншаллах, мы будем с вами говорить, что означает это слово, месяц, само слово Рамадан. Это слово арабского происхождения. Как вы знаете, все слова у нас в религии, в исламе связаны непосредственно с арабским языком, ибо наш пророк Мухаммад, алейхи афдалу салляти вассалям, был арабом. Коран был ниспослан на арабском языке, сподвижники были арабами и записывали Коран на арабском языке. И с распространением ислама арабский язык распространился среди народов, которые приняли ислам. Так вот, слово «Рамадан» имеет несколько значений. Сегодня мы с вами рассмотрим некоторые из них. Так вот, одно из них, как говорят некоторые ученые, что слово «Рамадан» образовано от арабского глагола «рамида», что в переводе на русский язык означает «быть жарким», «быть раскаленным». То есть этот месяц назывался месяцем «Рамадан», потому что он приходил в жаркое время года. И на то есть подтверждение. Один хадис, который передал нам Анас ибн Малик, великий сподвижник, который, как вы знаете, был помощником посланника Аллаха, алейхи афдалу салляти вассалям. Так вот, в этом хадисе сообщается следующее. «Ан Анасин ради Аллаху анху, от Анаса, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Кунна маа Расулиллахи салляллаху алейхи вассаляма фи сафарин». Мы однажды были с посланником Аллаха в пути. Ну, здесь не говорится, какой путь, они вышли в какой-то путь. И вот он дальше говорит: «И мы остановились на одном месте для привала, для того, чтобы отдохнуть. И был очень жаркий день, была очень жаркая погода. И Анас говорит, ни у кого из нас не было, в то время, скажем так, зонта, чем могли бы они укрыться от солнечной жары. И вот он говорит, единственное, что кто из нас мог укрыться от солнечной жары, от солнечного солнцепека, это у кого было какое-то покрывало. И многие из нас укрывали свои головы своими руками, таким образом защищая голову свою от солнечных лучей». И в продолжении он говорит, что некоторые сподвижники, которые постились, они чуть не падали в обморок из-за того, что было сложно выдержать в такую сильную жару пост. И те, которые не постились, они разбили лагерь, устроили палатки, надоили верблюдец, то есть, и напоили этих постящихся потом своих братьев мусульман. И посланник Аллаха в продолжении этого хадиса сказал такие слова: «Сегодня те, которые не постились, получили большое вознаграждение от Аллаха, так как они служили своим братьям постящимся». Что мы извлекаем из этого достоверного хадиса? Здесь говорится, что Анас ибн Малик сказал: «Мы остановились в одном месте на привал, была жаркая погода». То есть Рамадан пришелся на жаркую погоду, на жаркое время года. И от этого, видимо, и происходит его название «Рамадан». А слово «рамида» означает «быть жарким», «быть раскаленным». Это одна из версий. Другая версия, что слово «рамадан» происходит от арабского глагола, того же глагола «рамида», но означает не «быть раскаленным» или «быть жарким», а означает «зной», как бы некую жару, то есть такое некое, скажем так, иносказательное значение. Здесь имеется в виду жара, как в хадисе говорится, желудка, то есть человек, который постится, естественно, из-за того, что в его организм не поступает еда, не поступает питье, он испытывает, жажду. И на самом деле, когда мы постимся с вами, особенно в летнее время, у нас во рту часто пересыхает, то есть и начинает желудок урчать, потому что не поступает к нам пища в нее. И поэтому, когда мы проявляем терпение, мы переживаем некий внутренний зной, некую внутреннюю жару, но проявляя терпение, мы ее испытываем. Это второе значение слова «Рамадан». Еще одно значение слова «Рамадан», как говорят некоторые ученые, что слово «Рамадан» образовано от арабского глагола четвертой породы «армаде», что означает «сжигать». То есть «Рамадан» означает, это месяц, который
совершая в этот месяц, пост в этот месяц и благие дела в виде там, намаза таравих, в виде дополнительной садака, в виде благих дел, они сжигают наши грехи, которые мы совершали в течение года. И на то тоже есть как бы подтверждение. Например, в одном достоверном хадисе, который передал Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, посланник Аллаха сказал такие слова: «Мен кана рамадана имана вахтисаба, гуфира лахума тақаддама мин занбихи», что в переводе означает: «Кто провел или кто проведет Рамадан с верой в Аллаха, с верой в то, что пост является обязательностью, которую Аллах обязал мусульманам, и ихтисаба, ожидая от Аллаха вознаграждения за этот пост, гуфира ляхума тақаддама», как говорится в хадисе, ему простятся ранее совершенные грехи. Вот и связывая этот хадис с названием Рамадана, мы получаем, что слово Рамадан означает как бы, ну, такое иносказательное, скажем так, абстрактное выражение, как бы сжигатель грехов. И на то есть подтверждение из хадиса. И есть еще и другие значения, о которых много можно говорить, но мы остановимся на этих трех значениях. И мы с вами видим, что эти значения, в принципе, они схожи друг с другом, потому что корень этого слова один. И, как мы видим, оно связано с терпением, оно связано со смиренностью, оно связано с прощением наших грехов. Все известно только Аллаху, нам остается лишь, как говорится, принять этот пост и вынести его со смиренностью, вынести его с терпением и ожидая от Аллаха получения вознаграждения. И я желаю вам всем, уважаемые братья, уважаемые сестры, уважаемые мусульмане, провести этот Рамадан достойно, провести этот Рамадан в смиренности, провести этот Рамадан, совершая благие дела, и чтобы Аллах, субханаху ва тааля, приняв ваш пост, иншаллах, простил вам ваши прегрешения, которые вы совершили в период Рамадана и в течение Рамадана и до Рамадана. Ведь еще есть один хадис, на котором я сейчас уже закончу свою речь. Посланник Аллаха сказал такие слова: «Ас-салавату л-хамсу, валь-джуму'ату иля-джуму'ати, вал-рамадану иля-рамадана, мукаффиратун ма байнахунна иза-чтанабатиль-кабаир». Раваху Муслим, хадис передает нам Муслим. В этом хадисе посланник Аллаха сказал такие слова: «Пять молитв», ну, обязательные молитвы, которые мы с вами совершаем ежедневно, джума, одна джума и до второй джума, то есть пятничная молитва, две пятничные молитвы, также от Рамадана до Рамадана, они являются как бы искуплением наших грехов, которых мы совершаем между ними, если мы будем избегать больших грехов. Поэтому я прошу Аллаха, субханаху ва тааля, дать нам силы, дать нам терпение провести этот Рамадан благочестии, провести этот Рамадан в поклонении, и прошу Всевышнего Аллаха посредством этого Рамадана сделать нас чище, сделать нас добрее, сделать нас ближе к Нему и простить нам наши грехи. Эти мои пожелания, которым я хочу свое короткое выступление закончить. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаху акбар, Аллаху акбар.